Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Огород без правил. В сегодняшнем видео мы будем подвязывать с вами огурцы. Они уже заметно хорошо подросли, чтобы им было больше цвета, чтобы была лучшая освещенность наших огурчиков. Сейчас вот вы можете наблюдать, я уже частично их подвязал. Я стою на бордюрах грядки. Если я встану в промежек, получается, они уже выше меня даже метра, получается 2,5. У нас нарезан шпагат, мы его привязываем. Так, привязали, привязываем к этой деревянной перекладине. И уже потом начинаем его уже огурец брать, распутывать и обкручивать вокруг. И все, вот мы с вами огурчик подвязали. Берем следующий шпагат и двигаемся дальше. Завязываем мы на бантик, чтобы потом было проще развязывать. Сверху привязали, к низу. Берем, поднимаем наши огурчики. И вот так вот потихонечку мы проходим всю теплицу. Сейчас мы продолжаем дальше подвязывать наши огурцы. У нас осталась вторая сторона, немножко ее подвязать, и все. Шпагатик мы уже также нарезали. Берем, привязываем. Привязываем на бантики. Готово. Параллельно маленько разряжаю наши огурцы, потому что они сильно загущенные. Ну вот мы уже боковые у нас грядки подвязаны. Вот так вот получилось. Уже доросли до самого верха. Надо будет вот так поперек вот здесь вот тоже натягивать шпагат, чтобы подвязать можно было центральную гряду. Она у нас еще не подвязана. Вот так вот получилось. Уже начали потихоньку мульчировать. Всем пока и до новых встреч!